Правоохранители области разоблачили порностудию, в которой работали несовершеннолетние девушки. Эти оперативные съемки сделаны в очень живописном месте. Преступники арендовали двухэтажный дом в селе Вольном Криворожского района. Кроме ноутбуков, оргтехники, записных книжек и продукции интимного характера, полицейские обнаружили здесь трех молодых девушек, двух 15-летних и одну 17-летнюю. Здесь работали девочки, занимались, не знаю, как это называть, типа порнографией на камеру. Потом легли спать, и залетает банда чуваков в костюмах и тупо начинает ложить всех на пол. По словам девушек, за две недели работы им платили 2000 гривен. Также в доме находился молодой человек, назвавшийся парнем одной из порномоделей. На вопросы журналиста он предпочел не отвечать. К девушке приехал. Здесь работает ваша девушка? Да. А вы работаете тоже или как? Нет. А как вы вообще относитесь к тому, что девушка зарабатывает вот таким образом деньги? Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, чтобы привлечь преступников к ответственности. Им грозит до 7 лет лишения свободы.